Своя земля. Александр Юрьевич, какие культуры на старте заготовительного сезона вы выбираете? Сурепица и озимая рожь. Максимально в день сколько гектаров можете? 30-40 гектаров и более. А как железный помощник ваш? Не подводит. Устаете за день? Бывает по-всякому. Это 8 часов работы? 8 часов и более. Что придает вам сил? Привозят обед, кормят очень вкусно, хорошо. Бодрячком работаем дальше. Виктор Степанович, сегодня какой мощности кормоуборочный отряд у вас? В настоящее время на заготовке кормов у нас работает два ягуара. Один 850, другой 870. В прошлом году мы вот эту купили кроновскую косилку 9-метровую со столами, которая может и в растил ложить зеленую массу, и собирать один волок. У нас прицепы пимы для отвозки в траншею, у нас грабли, у нас кроновская ворошилка, у нас есть вся необходимая техника для качественной уборки трав на корма. Убираем сейчас озимые культуры, это озимые зерновые колосовые, крестоцветные и многолетние травы первого укоса. Закладка их в основном осуществляется в сенажно-силосные траншеи, и постоянно ведется контроль за качеством закладки, качеством трамбовки и укрытия. Сколько дней отводите на закрытие сенажной траншеи? Согласно технологическому регламенту, на одну траншею ее закладку отводится 3 дня. Если же не успеваем по тем или иным объективным причинам, укрытие траншеи осуществляем поэтапно. Нужна ли сегодня помощь механизаторам сельхозпредприятий на кормовом поле? И достаточно ли ресурсов для ритмичного проведения работ? Сегодня достаточно ресурсов, обеспеченных хозяйство топливом, во всяком случае недельный-двухнедельный запас. Ну и обновили за последний год на треть кормоуборочный парк технически. Поэтому считаю, что сегодня мы вполне достаточно тех ресурсов, чтобы заготовить корма вовремя, в срок, ну и соответствующего качества.